Нет. Пикнем. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную. За нашего гостеприимного хозяина. Уничтожьте разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Вперед! Великая освободительная миссия выпала на ваш путь. Будьте же достойны этой миссии. Ну, Бог даст, выздоровеет. Дай Бог, дай Бог. Вы ведете войну за полный разгром немецких захватчиков. Александра Суворова, Михаила Кутузова. Освободительный. Смерть немецким оккупантам. Чтобы и он слышал. Партийная работа очень. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. Вперед! Он прекрасный оратор. Справедливо. Несмотря на то, что плохо слышать, оратору не важно. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Я сперва думал, раз не в голове, ты цветущий Абхазий. Наша славная родина. Можно сказать, очень. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда. Всем братским партиям и группам. Вперед! Что они присутствуют? Представители которых почтили наш съезд. Вперед! Это доверие, которое означает готовность. Вперед! Вперед! За пожелание успеха! В ее борьбе против войны! Но это есть поддержка.
поддержать нашу партию в своей борьбе за светлое будущее народа. Мы готовы прислать с ней приветственное обращение. Выразить благодарность за братские приветствия. Вперед! Тогда хочется немножко расслабиться. Было бы ошибочно думать, что наша партия, таких в Абхазии, раз, два и обчелся, ставшая могущественной силой, тяжелая, не нуждается больше в поддержке. Иногда хочется немножко найти пощады. Это не это. Всегда нуждались и будут нуждаться. Найдите. И поддержки братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка, доверие, сочувствие,